с вами снова Вага. Давно не снимал выпуски «Жизнь атлета». Сегодня хороший день, так сказать, чтобы что-то снять. Блин, ветерок дует, правда, будет задувать микрофон, скорее всего. В общем, мы с Жекой, моим друганом, братаном, решили пойти на лед, показать вам кое-какой островок, мы там еще не были ни разу. Раз сходим, покажем вам, сами посмотрим. Остров находится практически на середине речки. Дойдем ли мы вообще до него, непонятно еще. В принципе, где-то недели полторы или даже две холод держится. Минус 5 и ниже температура. Минус 17 даже вроде была. Я могу ошибаться, конечно. Так что сейчас я его жду, и мы будем потихоньку идти. И будем продолжим снимать, в общем. Мы давно хотели на тот остров сходить. Еще в начале зимы, но холода такие были дебильные. Слабенькие какие-то, то температура падала, то падала температура, то подымалась. Сейчас мы решились нормально идти так. В этом видео, скорее всего, не будет моих тренировок, а то их вечно вставляю. В принципе, в парочку видео показал, как я тренируюсь, в принципе, и буду, ну, иногда влажать тренировки свои, чтобы не надоедать, так сказать. Будем разнообразить, где-то развлечения, где-то тренировки и так далее. Давай! О, вышли, вышли. Бедлан. Помаши ручками. Отойдем. Не, это просто это трещина. Давай вот там дойдем вот до туда. И вот там вот так пойдем сбоку. Если это колесо. Ого, вот такой лед меня прикалывает. Да, охеренский. Пошли быстрее, раз время что-то мало, вообще пиздовать. А что мало? Еще потемнеет, темнеет где-то в 5. Да не, промерзло нормально. Пойдем обойдем туда. Подойдите. И погнали сюда? Оттуда мы точно не придем, только тут проход. Ты уверен? Да. Блин, там заводы стоят. Собаки нахуй, я боюсь. Да и что, буду камеру отмахиваться. Я тут не был ни разу. Живем рядом, вон дома, кстати, наш, вон там. Не разгибай. Ну и что? Пожалуйста, Валера, не говори на. С тобой лично куда-то идут, лично ебаные собаки они нападают на. Сейчас вылезет, я обосрусь сразу. Сык, кольцо баскетбольное. Домик. Да я не жил, блядь. Стоп, я здесь был, блядь. Я не был, не знаю. В конце, короче, стоит гараж знакомого моего, он там, блядь, у него разгибно по типа дачки его. Такой большой дом, такой вот, понял? Двухэтажный. Офигенно. На том самом конце. Подожди, а мы тогда проходили тоже возле гаража, только то с другой стороны. Или с этой? Не-не, мы здесь не были с тобой. А мы были там, где... Я был здесь с другим пацаном. А, мы были аж у там. Да. Да мы на велике катались. А, ну давай посмотрим, что там. Оп. Ничего. Да, вон он. Вон остров, если еще кто-то не... Буксир, но он стоит... Ну видишь, там... Они далеко ломали лед за ним, а мы пройдем до него или нет. А буксир едет. Там вообще жестко лед поломан. Ага, а как мы пройдем? Знаешь, что ты делаешь? Ну сейчас до конца давай дойдем. Жесть. О, приключения, понимаю. Вон реально, смотри, то походу уголь в этом. В этих, блин. Вагонах. Видишь, они еще вон заезжают, смотри, ничего себе. Погнали тогда дальше. Он тут не мадр. Вот мы сейчас вот тут где-то идем. Ты думаешь? Да. А, посади, ты не обозначил посадить. Ну вот мы два здания прошли. Их там были два здания. Мы вообще попадем сегодня на этот остров, как ты думаешь? Я думаю, вряд ли. Посмотрим. Идем. Мы минут 40 обходили где-то. Вон там, видишь, забор стоит? Идем. Радио. Вход запрещен. Ну да. Тут все заброшено, не пофиг. Тут реально такая территория сыкотная. Чего? Не знаю, все разломано. Опа. Тут везде.
Тут ничего нет. Чтобы нет нам пофиг. Нет. Ты даже если перелезешь, то вообще непонятно куда идти. Куда там идти? Где тут остров вообще непонятно. Вон там. Короче, она Стив. Какой-то немного лащик. Реально, он какой-то обдолбан, еле разговаривает. Не, он пьяный. Что можно тут охранять? Траву, песок? Я не понимаю. Что принимается? Будут каждый раз идти. Сказал обогнуть типа? Да. Нет, это что-то новенькое реально. Я тоже спустя это много видел. А, видишь, они получается... Я думал, они объезжают эту херню. Они сразу вот так тут срезают. Ну, даже я тебе сначала говорил. Чтобы сильно охранять, сломать. Жестко. Вот реально, что тут можно охранять? Например, если залезть, спиздить металл с корабля, то тут не залезет, тут вода, по-любому. Ну это да. Так что больше нечего здесь. Тут туда, тут ничего нет. Никаких цистерн. Вообще ничего нет. Стоит, вообще нема ничего. О, а вот те цистерны, видишь, круговые? Вот там я вообще никогда не мог. Я их видел в фоток, только фотки сверху. Видишь, вон там? Белые? Вон, да, круглые вот эти. Сфера. Я уже идти задолбался. Смотри, сколько мы прошли, блин. Километр, наверное, уже. Идем. Пизда. Я не знаю, мы походу не пойдем сегодня на остров. Да, здоровенная херня. Вот такую вышечку нашли. Ну и где-то, я говорю, смотри, 10-этажка. Я не знаю, ну в 4 блока, вот там где-то. А 16, ну она очень высокая, она намного выше. Она выше, чем 16 этаж. Да не больше. Смотри, ни хера себе. Может быть, в следующих видео полезем мне. Охереть просто. Хера себе. О, смотри, как тебе получили видно. Снимаем видно вот тут. Охренеть, и мы еще по нему идти хотели. Это палка. Вместо этой палки могла оказаться твоя нога. Короче, надо валить домой, реально холодно, ведь. Да, так и погода была нормальная, когда мы начали снимать. А, счастье. Очень холодно, где заклево. Там да. В середине речки. Логично. Да, домой идти километров, наверное, 4-8. Зашли в такие дерви, блин. Снимаешь? Да, меня башня прикалывает. Это нереально. Вот надо будет залаз снять, залаз на них. Да, так что ждите. И по-любому залаз будем делать. Тут вроде безопасно, залезть можно, интересно. И какие-то фотки поделаем нормальные. Посмотрим. Ну явно не зимой это будет делаться. Прошло ровно 5 минут, да? Ветра нет, солнце вышло, отлично. Видишь, заводы говорят, ничего не работает. А как не работает? Это шо гудит-то? Что-то шо даже делается на заводе. Да. Точнее не было, вроде. Мне интересно, блин, что в тех цистернах? Зерно или шо? Тоже зерно, бред, может масло. На остров мы все-таки не пошли, как вы уже поняли, лед оказался тонким. Да и там непонятно, вроде его разломали корабли, короче, мы не решили все-таки идти на лед. Да и сам остров, он оказался какой-то, ну, не очень интересным. На нем были как бы чайки, там собираются постоянно, видимо, они там живут, что ли, я не знаю, как это объяснить. Но мы нашли весьма интересную вышечку, я думаю, может быть, когда-то, может быть, полезем, потому что это опасная высоковольтная вышка все-таки. Ну, это так, предположение. Пока я вообще не планирую снимать залазы какие-то, не знаю. Сейчас редко выходят видеоролики, потому что зима, снимать нечего в основном, ну и холодно как-то. Сейчас будет теплеть, будет больше количество роликов выходить, чаще они будут выходить, интересней. Пока только так. В принципе, я снял небольшую прогулку.
давно не снимал, хоть какое-то вам видео покажу, чем я сейчас занимаюсь. Так что я обещаю, следующее видео будет куда интересней. Если не хотите пропустить мои видеоролики, подписывайтесь на канал. До новых встреч!